Продолжим тему кино, но теперь уже документального. «Куда вы все бежите?» Такое название получил новый документальный фильм известного казахстанского режиссера Каната Бейсекеева, посвященный истории алматинского марафона. Авторы фильма стремились создать историю о людях, объединенных страстью к бегу и силе воли, а также к стремлению к самореализации. Григорий Беденко расскажет подробнее. Еще 10 лет назад Алматы не относился к городам, где развивался массовый спорт. Горожане меньше занимались активностями на открытом воздухе. Абонементы в спортзалы имели немногие. А культура здорового образа жизни была далеко не на первом месте. Но времена меняются. Об этом рассказывает новое произведение известного казахстанского документалиста Каната Бейсекеева. Это такой мем, который обсуждался. Куда вы все побежали? Почему вы все побежали? Что вы вдруг стали спортсменами? И за этим вопросом мы на самом деле определяем очень такой важный вопрос не только алматинцев, но и в целом казахстанцев города, как он менялся с помощью бега и что бег значит для ребят, которые этим занимаются. Свой документальный фильм Канат снимал в течение года. Активную поддержку автору оказало руководство Алматы Марафон. В фильме есть и свои герои. Это люди, которые начинали спортивную жизнь именно с забегов в условиях города. Примечательно, что в Алматы сегодня существует своеобразная субкультура в сфере любительского спорта. Что касается миссии Алматы Марафон, это прежде всего поддержка сообщества единомышленников и создание спортивной инфраструктуры. В 2012 году, когда мы впервые провели Алматы-марафон, было 2500 участников. Сегодня на старт выходит более 15 тысяч. То есть это говорит о том, что бег интересен людям, он интересен и казахстанцам, потому что бегом занимается все большее количество людей. Это самый доступный вид спорта. Фильм Каната Бейсекеева можно посмотреть в YouTube. Он доступен для всех желающих на канале автора. Григорий Беденко, Абен Нарынбаев, Алматы, 24 КЗ.